Выдержка в позиции сидя возле магазина. С соблюдением мер безопасности, с привязыванием, с увеличением расстояния, с возвратом, с угощением. В качестве усложнения здесь может быть ходьба в разные стороны. Исправление. Исправлять нужно. Исправляем. Садим также в свою сторону мордой. В качестве усложнения еще возможно, можно вообще уходить куда-то за угол. Или расстояние увеличивать, или присаживаться, или подпрыгивать, или игрушку вообще собачью достать из рюкзака. И ходить с игрушкой в руке. То есть мы, когда вот так работаем, выдержка позиции сидя, мы различные отвлекающие факторы показываем от себя. В данном случае здесь вот движение. Хозяйка еще присаживается и смотрит, спровоцирует это собаку или нет. Если собака не поддается на провокацию, тогда приходим, угощаем. Наша задача не спровоцировать ее, а показать ей, что она должна слушать, а не реагировать, когда что-то видит. Вспомогательные команды здесь могут быть ждать. Основная команда — это сидеть. Кто-то бывает здесь говорит место. Мы работаем здесь с командой сидеть и команда ждать. Все, снимаем ее с позиции и отвязываем. И идем гуляем.